объявляю уже как заслуженный артист Российской Федерации. Выходит из продюсерского центра Blanco Music. Сначала я подумала, что я мечтаю. Было бы неплохо. А потом я подумала, кто действительно знает, где буквально через 10 лет, в каком кремлевском дворце мы будем отмечать день рождения Blanco Music. Единственное, очень надеюсь, что тетя Веня, несмотря на свой возраст, все-таки будет вместе с молодежью отмечать этот праздник. Но прямо сейчас мне хотелось бы обратиться